классная вещь вообще. Это мы с собой пульт продали. Я вот это вот пошла. Угадай, что это? По-моему, уже что-то такое появляется. Или мне кажется, что с этого краешка? Да, наползает. Что? Нет, нельзя еще. Когда полная будет? Можно будет смотреть только на звезды невооруженные. Не, невооруженную корону можешь смотреть будет. Я ее будет видно, не факт, что будет видно. Мы сейчас находимся не сам. Даже самолет. Самолет, ну да. Звезды видно, вон, возле солнца. О, смотри, во-во-во-во!
Я фильтр снял. Все. Две звезды. Ой. Реально как ночью, да? Вот она. Ага. Смотри, у Лёшки, как видишь. 17.45, как я и говорил. Да, реально. Ух ты! Как вот смотри, смотри, глаза. Смотри на фонарь, сразу мошкары столько. Ага. Вон фонарь. На фонаре. Тихо, тихо, вы меня не трясите. А что, только Корона. Две звезды всего? А посмотри, по сторонам. А можно у вас смотреть, как оно меняется? Голый потерян и не знает, куда деваться. Но... Как правильно резко. И все кончилось. Покажи там свою камеру. Это больше на шкале не было, там не в центре. А звездочку видно тебя? Да. Ну если отъехать, то видно будет. Вот а я вот в очках не вижу, без очков все вижу. Вон она звездочка, видно. Где даже? Их всего две. Одна совсем ближе к солнцу, а вторая вот поярче, она подальше. Сразу ветер такой, как ночью, а? Вообще, как вот это. А я же в тумане, блин. А Мишка напугается еще. Как быстро. Не смотри на солнце без веток. Не смотри так на солнце. Все. Нельзя смотреть на очков. Ну, сегодня,